73-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в этом году отметят масштабно и со вкусом. В организации праздника привлечены сотни участников, актеры, музыканты, творческие коллективы, режиссеры-постановщики и многие-многие другие. В областном центре праздничная программа начнется 6 мая под лозунгом «Великая Победа. Гордость поколений». Празднование праздника начнется в городе 6 мая. Это воскресенье, в этот день в парках городских Владимирский сад, Матросово, сквер столетия патронного завода и парк Победа будут организованы молодежные квесты. Единое время мероприятия начнутся в единое время в 16:00. Приглашаются к участию учащиеся старших классов, студенты. Основной упор в этом году организаторы сделали на открытые площадки, доступные всем желающим. К примеру, 7 мая на площади у старого железнодорожного вокзала в 6 вечера пройдет праздничный концерт «После войны». Подобные мероприятия пройдут во всех городских парках и скверах. 8 мая на площади 30-летия Победы с часу до 3 пройдет митинг-реквием. В этом году наша церемония называется «И прорастет гранит цветами», потому что мы постараемся, чтобы площадь в этом году была вся в цветах. И это наша дань уважения, любви, благодарности всем, кто сражался, кто погиб. 9 мая ульяновцев ждет большая концертная программа на площади 30-летия Победы, Эспланаде, Столетия Победы и Соборной площади. Перед зданием правительства будет воссоздана атмосфера военных лет. Начнет работать кинотеатр «Победа», площадка с инсценировкой советского фильма «Волга-Волга», интерактивные площадки «Солдатский привал» и «Вальс Победы». Одним из самых главных, ожидаемых, масштабных и эмоциональных мероприятий станет акция «Бессмертный полк». Сбор участников акции намечен в 14:00 на площади столетия со дня рождения Ленина. Всех желающих принять участие, подходить со стороны ЗАГСа, Первой гимназии, бульвара Новый Венец, то есть не со стороны площади столетия Ленина по возможности, а как бы вливаться в колонну по мере ее построения. Это важно, потому что большое количество участников. Колонна начнет движение в 15:00. С площади около Мемцентра участники выйдут на бульвар Пластова, после чего свернут на улицу Гончарова и дойдут до площади 30-летия Победы, где состоится возложение цветов. Праздничный салют пройдет в 10 часов вечера на площади 30-летия Победы. Дарья Сударева, новости Ульяновской правды.